Вот главная формула, чтобы в 70 лет хорошо выглядеть, хорошо чувствовать и воспринимать жизнь во всех ее красках. Но я вам скажу, что, во-первых, нужно верить в себя, надо быть объективным по отношению к своим ошибкам, стараться быть человеком, который доволен жизнью. Но помимо всего, потому что я был медбратом, я всю жизнь занимался, как бы относился к медицине, меня она интересовала. И вот я вам скажу, что, например, люди, которые заболевают какими-то тяжелыми болезнями, там, даже раком, есть такая сейчас тенденция, это называется, значит, перец, очень острый перец, он содержит капсаицин, вот, это горечь вот эта, которая разъединяет раковые клетки в организме и не дает им собраться. Поэтому, если что-то плохо, берите вот перчик, берите там чеснок, ешьте и продолжайте с кетчупом или чем-то. То есть это вам поможет. Пробуйте, даже для профилактики. Это очень вам поможет. Это я вам говорю, знаю я, о чем говорю.